Ежегодный отчет о работе представила депутатам глава городской администрации Жанна Белоцкая на последнем заседании Думы. Она отметила, что главная цель работы органов местного самоуправления – это улучшение благосостояния населения и создание комфортных условий для проживания. Что конкретно для этого было сделано в 2012 году в первом материале выпуска? Как подчеркнула глава администрации, в 2012 году в городе сохранилась социальная стабильность и выполнены все бюджетные обязательства. Кроме того, Ноябрьск довольно успешно развивался в самом приоритетном направлении, а именно в жилищном строительстве. Его объем в минувшем году по сравнению с годом предыдущим увеличился в 10 раз. Строители осваивали и точечные места под застройку, и возводили целые жилые районы. Реализация жилищного строительства в городе осуществлялась по нескольким направлениям. Первое. Это развитие города в северо-восточном направлении, где ведется застройка 8-го микрорайона. Площадь жилья там составит 150 тысяч квадратных метров. И в скором будущем в Ноябрьске появится еще один современный комфортный микрорайон. Сегодня уже начаты работы по застройке микрорайона П7, П7А, П8 по улице Муравленко. По завершению строительства общая площадь жилья этих микрорайонов составит 36 300 квадратных метров. Более 800 ноябрьских семей в прошлом году улучшили свои жилищные условия. В том числе 81 семья получила государственные жилищные сертификаты на приобретение квартиры за пределами Ямала. 26 семей – субсидии на покупку жилья в Тюмени и Тюменской области. 499 получили социальные выплаты, которые помогут им приобрести собственные квадратные метры. Следующее приоритетное направление, о котором говорила глава – жилищно-коммунальное хозяйство. Здесь, по ее словам, немало проблем. Их причины в нашем городе отражаются ситуацию во всей стране. Причина общеизвестна: изношенность сетей, недостаток финансирования, отсутствие должной законодательной базы. Тем не менее, в городе увеличено финансирование улиц и дорог, возведено 11 игровых комплексов, и очень важно, в Ноябрьске стартовал пилотный проект по благоустройству дворов. Это муниципальная программа, и подобной в округе больше нет. Подготовлены паспорта дворовых территорий всего города. И в 2012 году, впервые за многие годы, мы вплотную занялись благоустройством внутридворовых территорий в жилых кварталах. Изменился в 2012-м и облик города. Ноябрьск украсили скульптуры по эскизам местного художника Кирилла Никифорова. Рождаемость в городе тоже растет. Коренных ноябрьцев в 2012-м родилось 1745, что на 215 малышей больше, чем годом ранее. А кроме того, Белоцкая отметила, что сегодня больше становится горожан, которым от 25 до 38 лет. А это значит, что Ноябрьск по-прежнему молодой, и ему надо развиваться. Ксения Епишева, Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города.